Нет. Короче, вот это откручиваешь. И разбираешь. Разбираешь тоже. Баночки. Это, конечно, как бегло любое гонит всегда. Ну, чуть-чуть, но есть. Чуть-чуть, надо найти. Не, Володь, пришел забрать от первого. Я подумал, что нормальный двигатель. Знаешь, что я вообще, знаешь, что бы я сейчас сделал? Ты вот так это не раскручишь, конечно. Контровку обломаешь, то возьми, как хочешь. Насадить вот сюда и ключом отвернуть центральную часть дотяжку. Так, Лена, так, не хватит, его в песках тут надо. Вопрос, сколько этой стружки? Ты куда пошел-то, Денис? Да все здесь. Кусачки вон. Сатижи вот. Ну ключ, я не знаю, ключ, да, маленький. Не знаю, может надо те же 13 подойдет. Не, я думал, что на нормальную двигательную стружку, да, ну, она есть, но ее не видно. Ну, как ты ее, может быть, не видно? Либо она есть, либо она, знаешь, как не может быть наполовину девственница. Как не может? Ну так не может, ну как она? Либо дырявая, либо не дырявая. Вариант, что наполовину она не дырявая, это уже дырявая. Что для вас это речь? Это открытие? Ты даешь, забыл, вы же форумы уважаете. Не, пофиг, как он стоял. Так, ты там где ключ? Кто мне обещал ключ? Вот лежат, пожалуйста. Вот садишь здесь, а кусачка стоит. Колтой.